Ролл Вертегал разработал прототип супертонкого телефона, который может кардинально изменить рынок потребительской электроники. Аппарат, получивший название Paper Phone, выполнен из супертонкой пленки. Это своего рода гибкий пластиковый дисплей, который функционирует как смартфон. Гаджет умеет звонить, слать смски, хранить электронные книги и проигрывать музыку. Однако для его использования необходимо сгибать пленку в определенных местах. Изобретатель утверждает, что за такими устройствами будущее современных офисов. Бумага и принтеры станут ненужными, так как всю информацию можно будет хранить в этом тонком кусочке пластика.